Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я объявляю конкурс на проекте Абазин Ролеплей, а именно на первом сервере. Так, думаю, вы давно ждали этот конкурс, в принципе, я его объявляю, условия будут очень простые, но о них я расскажу чуть позже. Итак, конкурс будет, пацаны, 5 миллионов, в принципе, эти деньги сейчас у меня есть на руках. Я снял денег, пацаны, с рефералки, если что. И извините, что я не смог вам показать это видео, потому что я снял видео, и там оно как-то баганулось, и серия не удалось ее отмонтировать, короче, поэтому я сейчас перезаписываю. Я снял деньги, и вам просто скриншот сейчас ставлю, в принципе, как я их снял. Итак, пацаны, какой же будет приз? А приз будет у нас 5 миллионов, будет 5 призовых мест, то есть по 1 миллиону каждому игроку я вручу, то есть 5 победителей и каждому будет по ляму. Я думаю, это нормальный приз, поэтому, пацаны, ставьте лайки обязательно. Условия будут очень простые. Первое, это нужно подписаться на мой канал, который вы сейчас смотрите видео, канал Кирилл Гейм. Второе, нужно подписаться на мою официальную группу канала, тоже Кирилл Гейм. И нужно сделать репост конкурса из моей группы ВКонтакте, официальной Кирилл Гейм, себе просто на стену. Вот и все, это вас займет буквально, ну, максимум минуту, и вы уже участвуете в конкурсе. Все будет проверяться, поэтому обязательно все условия выполняйте. Ссылка на конкурс, пацаны, будет в описании, там будет тоже все подробно расписано, что нужно делать для участия. Итоги конкурса, пацаны, будут у нас 1 ноября будут, пацаны, итоги конкурса. Я проведу либо прямую трансляцию, то есть стрим, либо запишу видос, где я выберу победителей, в принципе, через программу рандомайзеры, как-то так она называется, короче. Ну что, желаю всем удачи, обязательно все участвуйте, шанс выиграть есть у каждого, поэтому участвуйте, все-таки лямы это нормальная сумма для того, чтобы начать играть, допустим, на первом сервере. Все, пацаны, желаю всем удачи и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.